Всем привет, дорогие зрители из района Тосмо. Продается дуплекс квартира 3+1, видовая, с огромной террасой в проекте, который был сдан в 2016 году. Вот. Продается пустой, по очень хорошей цене. Расстояние этого проекта с полной инфраструктурой до моря 260 метров максимум, со всеми поворотами. Может быть и 230, но я сказал максимум. Рядом есть вся инфраструктура для жизни. Это улица у нас, главная улица района Тосмур. Тут у нас вид также на речку Дим. Вот. Вид на горы. И вид на эти соседние здания. Здесь у нас вот бассейн большой. Я спущусь вниз, покажу вам всю инфраструктуру. Ролик не закрываем. Итак. Показал я вам вид. Огромная терраса. Наша первая спальня. Кондиционеры Mitsubishi. Инверторные. Здесь где-то 18-20 квадратных метров только вот эта спальня. Так, 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 так. Вот такие лесенки деревянные. Прихожая второго этажа. Двухуровневой квартиры. У нас здесь первый санузел. В санузлах теплые полы. И здесь у нас вторая спальня. Это хозяйская со своим санузлом. У нас так два санузла на втором этаже, а также две спальни. Можно одну сделать гостевую комнату. Здесь у нас второй санузел. Вытяжка тоже есть. Вода работает. Отсюда также есть выход на террасу. Спустимся на нижний этаж. Здесь у нас гостиная, совмещенная с кухней. Здесь балкон у нас застекленный. Кажется, по всей квартире у нас теплые полы. Да, по всей квартире теплые полы. Так, здесь у нас санузел первого этажа. Большой, не маленький. Так, здесь у нас спальня первого этажа. Она просторная, здесь 15 квадратных метров. Так, покажем и с этой стороны. Высокие потолки, где-то 208 сантиметров. У нас застекленный большой балкон, почти как терраса. Также есть камин на балконе. Открывается. Вот в таком формате.
У нас здесь песчаный пляж, почти 500 метров от речки идти в сторону отеля Grand Captain. Плавный вход, подземные проходы к морю, 3 подземных прохода. Рядом также есть сеть магазинов Migros, BIM, Shock, A101, рестораны, маленькие маркеты, фруктовые, овощные и тому подобное все есть. Тоже кондиционер Mitsubishi инвертор, да? Холодильник и вся бытовая техника здесь фирма Beko. Закрою. Вытяжка фирмы Silverline. Индукционная плита. Или просто электрическая. Дорогие зрители, я сейчас скажу вам цену. А потом спущусь, покажу вам всю инфраструктуру. Здесь есть вся инфраструктура от открытого бассейна до открытого. Айдату, это квартира 45 евро. Цена 225 500 евро. Есть маленькая скидка. Так что звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Плюс 90 555 064 91 10. Не закрываем ролик, ставим лайки. Обязательно пишем комментарии и подписываемся на наш канал. Если все еще не подписались, жмем колокольчик, чтобы не пропускать новые свежие ролики. Смотрим наши плейлисты, там по категориям все как бы написано. По бюджету 2 плюс 1, 1 плюс 1 и тому подобное. Я спущусь вниз и покажу вам всю инфраструктуру. Выхожу я из квартиры. Так, вот такой коридорчик здесь. Вызовем лифт. Лифт вместим 6 человек как минимум. Мы спускаемся на Б. Итак, дорогие зрители, тут у нас крытая парковка большая. Вот такая хорошая машинка Suzuki. Теперь я поднимусь на верхний этаж. З. Значит, здесь у нас лобби, зона отдыха. Детская игровая площадка, комнатка. Звонки без конца. Так. Вот такой большой бассейн. В той стороне у нас аквапарк, тут бассейн отделен от этого бассейна, так что кто там будет у нас пользоваться аквапарком, будет попадать в тот бассейн. Не будут беспокоить. Будь здоров, спасибо, не за что. Кто здесь будет плавать, тот бассейн не будет мешать этому бассейну. Так, вот такой фасад здания. Там душевые кабинки, зона отдыха. Открою дверь. У нас каждую субботу здесь открывается сауна и хамам. Итак. Охрана, камера наблюдения, 24 часа у нас. Так. Крытый бассейн. Джакузи тоже работает. Кто хочет, может включить. Везде пар. Вот. Вода теплая.
проблемки. Фитнес-зал. Такой вот большой. Тут что-то чинят. Санузлы. Так, здесь зона отдыха. Смотрим, куда выходит эта дорога. Фитнес. Включили свет. Здесь зона отдыха. Две джакузи. Хамам турецкий. Здесь сауна. Опять 6-7 человек. И здесь душевая часть. Ну и тут зона отдыха. И зрители, я вам показал эту квартиру, всю инфраструктуру, проект. Придется вам теперь мне написать комментарий за мою проделанную работу. Или же позвонить и купить. Шутим. Ставьте лайки. Хотя бы. С вами был Агаси. Из солнечного Алания, район Тосмур. Всем желаю радости и здоровья. Пока-пока.